Я по свету немало хаживал, жил в землянках окопов в тайге. Похоронен был дважды заживо за разлуку любви в тоске. Но во сколько привык гордиться, и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Я люблю подмосковные рощи и мосты над твоей рекой. Я люблю твою Красную площадь и кремлевский Курал такой. В городах и далеких станицах о тебе не умолкнет мама. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Мы запомним суровую осень, скрежет танков и облеск штыков, и в веках булыши 28 самых храбрых твоих сынов. И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова. Дорогая моя столица, спасибо большое. Еще одно музыкальное поздравление Москве от сводного оркестра. Это у нас юные Александровцы. Юные Александровцы знаменитого ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова. Ну и художественный руководитель студии, заслуженный работник культуры России Александр Гилев, хормейстер Оксана Шорохова. Центральный концертный образцовый оркестр военно-морского флота имени Николая Римского-Корсакова, начальник оркестра и дирижер, капитан второго ранга Валентин Лященко. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Спасибо большое. Ваше поздравление Москве. Дорогие друзья, Центральный оркестр военного морского флота «Москвич». Мы здесь родились, мы здесь становились, крепли. И поэтому завтра мы для москвичей даем концерт, и это будет наш подарок. Мы всех приглашаем в большой зал Московской государственной консерватории в 19 часов на наш праздничный концерт. С днем рождения, Москва! Праздником, Москва! Спасибо большое. Ну и мы подхватим с праздником, Москва. Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами в этом субботнем праздничном эфире. Поздравляем нашу столицу, поздравляем от души и всех жителей нашей страны с этим замечательным праздником. Любимый город, с днем рождения, 876 лет, а все такая же красавица, да, молодая, прекрасная. Мы в этот город влюблены, правда? В Москве город к лицу, возраст этот к лицу. 876 лет. День только начинается, праздничный день. Приходите на ВДНХ, приходите куда угодно. Везде будут праздничные мероприятия, концерты, выставки, все что угодно. Ну а наше утро потихонечку заканчивается. С вами были Ирина Муромцева, Анастасия Орлова, Сергей Бабаев. Мы всем желаем отличных выходных, хорошо отметить День Москвы. И давайте закончим это утро музыкально с помощью наших отличных гостей. Просим вас.